На ковер А повторно приглашается Давид Баев. На ковер А повторно приглашается Давид Баев. На ковре А начинается второй полуфинальный поединок. Борцу весовой категории до 70 кг. В красном трико Давид Баев, Ханты-Мансийский автономный округ. В синем трико Сад Акбар, Красноярский край. На ковре С начинается вторая финала борцов весовой категории до 79 кг. Приглашаются Ахмед Усманов, Дагестан, Ташудин Акаев, Москва.
Дорогие друзья, давайте поаплодируем обоим борцам, показавшим искусство борьбы. Так, таких встреч у нас и сегодня, и завтра еще будет много. А самое главное, мы видели с вами соперники на ковре и друзья в жизни. Только в борьбе обнимаются. Нет другого вида спорта, как борьба. Где так приветствовали друг друга соперники. На ковре Б начинается второй полуфинальный поединок борцов веса до 74 килограммов. Красно.